Вот это сейчас удар был. Ой-ой-ой-ой-ой. Неплохой был голавль, кстати. Ой, какой же это кайф. Голавль растет очень-очень долго. Голавль растет очень-очень долго. Конечно, жалко, когда люди ловят его и забирают. Он очень красивый. Вот просто ловить очень приятно. Эти удары его, особенно на струе. Блин, даже щука не сравнится с такими поклевками. Взял небольшой голавчик. Возможно, я даже его на палке подниму. А, совсем малюсенький. Но приятно, приятно все равно. Это самодельный крэнк мой. Пойдем, я тебя выпущу, дружище. Тебе надо жить, расти. Давай. Вот, Саша уцепил. На кого? На татар или на хэдди крэнк? На второй. Ну, с маленькой лопатой. Да. Ну, хэдди крэнк. Большой. Ну, какая разница. Главное, что... Вообще окунь, по-моему, нет? А, нет, да нет, голавлик. Поднимай на палке, его он выдержит. Хороший голавлик. Нет, это на татар ты поймал. Это не хэдди крэнк. Хэдди крэнк ты первого поймал, трофейного. Воблерок показать. Да, это татар. У него лопасть побольше. Он как бы побольше заныривает. Какое-то подбитие. Чешуи нету. Ну а что? Выпускай, пацана. Он сам, походу. Да выпускай, ничего ему не будет. О, нормально он пошел. Вот опять же, касаясь цвета, да? Вот, ты на голубенького поймал, на хэдди крэнка, трофейного. Вот, я вот на самодельного зеленого поймал. Сейчас вот поставил коричнево-золотистого хэдди крэнка. Вот, ну что-то долбит там меленький. Ты поставил опять зеленого, ну в кислоте, но только татара. И у тебя опять поклевка. На какой-то зеленый цвет, видишь, он среагировал лучше, да. Состояние воды там, допустим... Не только игра воблера, но много факторов, влияющих на то, что и голавль тоже выбирает цвет. Хотя, в принципе, считается, это он с поверхности, да, берет. Ну, с разных стрекоз, там, кузнечиков. В принципе, особый цвет не должен играть роль. Но, тем не менее, пожалуйста, зеленый цвет что-то сегодня преобладает. Да, это может быть там камни и растительность какая-то. Саш, я обойду тебя. Ну, присяду тоже, чтобы... Ну, тут пена, может быть, он не так будет обращать внимание на нас. Он не уходит, он просто игнорирует все приманки, когда видит человека на круче, там, на берегу. А так он может и здесь быть, крутиться, собирать всякую... Ну что, есть атака? Нет. Пойдем дальше, пройдем ниже. Че? Ну это бывает. И вот опять, да. Вся рыбалка на голавля заключается в его поиске. Чем больше ходишь, разные струйки, обраточки оббрасываешь, тем больше шансов поймать его. Это не карась, где стоишь на одном месте, да, и ждешь поклевок.
Да взял. Да должен голавль быть. В траву завел. Удар был голавлиный такой. А может быть и щука что-то. Нет. Красивый хлопец. А не, щука, представляешь? Щука, блин, засранка. Глянь на этого, на головлиного крэнка взяла щука. Хорошо у меня вот металлический поводок стоит. Да хорошо. Первый лов. Это самодельный мой этот крэнк. Да хорошая она такая, грамм 800. Тоже на струе и щука, блин. Опять щука? Да, да такая тоже, под килограмм. Да. И Максквад, да, сработал? Еще прошлогодний, я помню, даже позапрошлогодний. 128. Да. Что она на струе делает, щука-то? Сегодня прям какой-то щучий день. Они на струе берут, как головли. Кстати, всех головлей, наверное, испугали. Погода пасмурная, дождь идет. То перестанет, то идет. Не очень считаю головлиная погода, но все же. Ну а как же она уйдет? Что, щука опять? Саша, опять щука. Да. Да вообще на головлином месте щуки херачат. Смотри, смотри. Да тоже неплохая. Ну я не подниму на этом на удилище. Она уйдет. Обалдеть. Вот это головли, блин. Зубастые. Сегодня клюют. Ну да. А что у меня на носу? Бородавка. Откуда она у меня? На носу, говорит, что? Масленица. Бородавка.